Всем приветик, вы на канале Анжелика Семерякова. Я сегодня буду делать пирожное. Пирожное называется Бонапарт. Это из слоеного теста, слоеное пресное тесто и белковый заварной крем. Вот сейчас я вам покажу. Основу я уже сейчас приготовила и буду ставить в духовку. Сейчас я вам буду показывать. Вот моя основа. У меня лист небольшой, всего вошло на один лист 8 штук. Они должны быть продолговатые. Вот это тесто. Сейчас я его ставлю в духовку на 220 градусов. И буду смотреть, ну, наверное, минут 5-7 где-нибудь. Как подрумянится, можно снимать. Это все, основа вся должна увеличиться. А это у меня на листе обрезки. Обрезки обязательно нужны для посыпки. И у меня вот здесь еще 5 штук лежит. Их тоже нужно выпекать. Обрезки тоже нужно выпекать. Обрезки обязательно. Я даже думаю, что мне этих обрезок и не хватит. Но посмотрим. Если не хватит, то значит придется крошить основу. Так, ну вот получилась моя основа. Она вот такая продолговатая. И вот крошка. Но что-то мне в крошке прям сомнение берет, что мне ее хватит. Ну посмотрим. И заварной белковый крем. Белковый крем должен быть густой. Обязательно заварной, просто без и не пойдет, она все потекет. Это все должно плотное быть. Так, как это все делается? Берем основу, лопаточкой сверху накладываем белковый крем. Ну, где-то с сантиметр высотой должен быть. Видите, какой он густой? Вот больше всего люблю Бонапарт и Шу. Это с белковым кремом. Обычное безе не пойдет. Все потекет. И вообще заварной крем самый лучший. Он уже горячим сахаром обработанный. Лицо сахаром горячим залито. Вот видите? Единственное, да, крошки мне, наверное, не хватит. Крошки надо прям обильно. Ой, на пол уронила, ё-моё. Только пол подтерла. Вот так получается. Так, чуть-чуть придавила. Сейчас я сделаю. Вынесу в сене. У меня там холодильник в сенях стоит. На холодильник поставлю. Обязательно поставлю на холодильник, на сенях, чтобы это немножечко все подстыло. Не то, что замерзла, а немножечко охладилась. Ну вот я и доделала, это последний остался. Вот я закончила делать пирожное. Вот что получилось у нас. Все 13 штук. Сейчас вынесу в сени, пусть остывают. Дома жара невыносимая. Пирожное Бонапарт. Большое спасибо всем за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока.